Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и я, как обычно, собрал для вас самые свежие новости из мира бокса. Всем приятного просмотра, погнали! Мэнни Пакьяо высказался о завершении боксерской карьеры. Хотя громкого официального заявления от филиппинца не было, кажется, решение он уже принял. «Моя боксерская карьера, она уже закончена. Все закончилось, я в боксе уже давно, семья говорит хватит. Я продолжал, потому что был увлечен этим спортом». Определена дата поединка Даняра Елеусинова и Ивана Дычко в Астане. Новые подробности события рассказал менеджер Зиа Алиев. Шоу будет 18 декабря. Остальной карт тоже будет просто невероятным. Сейчас над ним идет активная работа. Выбор вас порадует. Шоу будет посвящено 30-летию независимости Казахстана. Компания Top Rank анонсировала поединок андеркарта масштабного вечера бокса, который состоится 9 октября. Проспект второго среднего веса Эдгар Берлинга сойдется в бою с Марсело Кесересом. Александр Усик прибыл в Лондон на бой против Энтони Джошуа. По прилету боксера спросили о его функциональной готовности к этому поединку. Хороший лагерь, в какой я форме буду, они увидят, я заранее как. Я в форме буду в спортивной. Джошуа придет худым, а ожидали, что Усик придет здоровым. Это так не будет? А по мне не видно. Can't you see it now? Oh yeah, you look great. Отлично выглядишь. Thank you. Do you have a final message for Anthony Joshua? Anthony, hello. I'm here. Энтони Джошуа сохраняет позитивный настрой, несмотря на приближающийся мегафайт с Александром Усиком. Эй-Джей подшутил над соперником, любящим жонглировать на камеру. «Все, что ты умеешь, делать это». Также Джошуа назвал главное преимущество со стороны своего оппонента. «Какая самая большая угроза со стороны Александра Усика? Я бы сказал, что это позиция левши. Он дрался со многими ортодоксальными боксерами, но во время тренировочного лагеря я готовился к этому. Я узнал, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу и в целом в какой момент нужно наносить ответ на удар. Опасность заключается в том, что он привык драться с такими парнями, как я. На протяжении всей карьеры его соперники действовали практически одинаково в бою с ним. Но последние 3 месяца мне пришлось готовиться к нему, поэтому я могу сказать, что адаптировался. Стало известно, сколько заработает Энтони Джошуа за поединок с Александром Усиком. Гонорар Джошуа составит 20 миллионов долларов. Поединок Теофима Лопеса против Джорджа Камбососа снова могут перенести. Схватка должна состояться 4 октября на малой сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Новые предполагаемые даты и место проведения шоу 16 октября на арене Берклай-центре. По словам бизнесмена, пока что это неофициальная информация, но в IBF уже якобы дали добро. Инсайдеры говорят, что категорически против очередного переноса сам чемпион, а решение вызвано нежеланием конкурировать футбольным матчем. Твиттер-аккаунт FightFan, публикующий мемы на тему бокса, опубликовал шуточное фото с участием тренера Сауля Альвареса Эдди Рейноса. На отфотошопленном снимке руку Рейноса украшает большая татуировка с изображением Геннадия Головкина. Вспомним, как Эдди Рейноса сделал тату с Геннадием Головкиным на своей руке. Уважение, написал ресурс. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.